Всем привет! И сегодня снова с вами я, Хелен, на моем канале «О жизни в Канаде». И сегодня у нас очередной поход в Коска. На носу у нас день влюбленных, 14 февраля. Так что посмотрим, что к этому дню. Я посмотрела онлайн, я вам обязательно покажу ставку, что интересного можно и почем. Кстати, там черная икра, я надеюсь, я ее найду, потому что нашла ее онлайн с хорошей скидкой. Баночка 50 грамм, $99. Пойдем и увидимся сами. Вот такие предложения к дню 14 февраля, ко дню Святого Валентина. Можно заходить на сайт, смотреть более подробно, что у нас там есть. Вот. Онлайн очень большой выбор всего в Коска. Так, и сейчас вот зайдем, прям нажмем сюда на цветы. Ну, пожалуйста, и бриллиантики вам, и цветочки. В общем, выбирайте, что бы вы хотели. И конфетки, конечно, как же ж без сладостей. Икра, кстати, уже подорожала. У нас пока в Коска нет еще никаких ограничений, как, например, в Квебеке, на товары, которые считаются essential или не essential, важными, неважными. Я купила себе вот такие носочки. Вот они тепленькие, Bench, хорошая фирма, 4 штучки, 9,97. Я на них смотрела, они были как бы дороже. Дома я когда сижу, работаю долго за компьютером, у меня ноги замерзают, и как раз это идеально. Так, вот отдел подушек. Так как нас много в семье, и подушки нужны, у каждого большая кровать, по две подушки на кровать, я покупала вот такие большие, это на King размер, 18×34. Сейчас Мишка говорит, давай купим, которые поменьше. Вот такие. Ну, они хорошие, приятные. Есть такие вот наборы. Вот тут две такие подушечки и одеяльце. Ну, одеяльце, покрывало. Вот, различные есть. Это на King, это на Queen. Вот как у Миши размер. Такой как раз Миша темненький. Вот, есть небольшой, это на Twin, это как у Макса. Пояса, термобелье, нижнее белье. Но здесь у нас толпа вещей. Притом перерыто, вот видите, горы такие. Все, что только можно. Какие-то свитерочки, вот $15. Даже не знаю, посмотрим сейчас, что за состав. На ощупь очень мягенький, но я сомневаюсь. 48% вискозы, 29% полиэстер и 23% нейлона. Ну, вискозы это хорошо. Ну, вообще на ощупь приятно, очень приятно. Не знаю, как он будет вообще носиться на теле. На ощупь очень приятненький. Вот пижамки детские для мальчиков. И с той стороны, наверное, для девочек. Нет, это тоже для мальчиков. Халатики детские. У меня уже мальчишки повырастали, уже взрослые им халаты покупаю. Вот тут тоже навалено все. Ну, а тут рубашки, кроссовки, нижнее белье, носки различного вида, брюки, джинсы, кофты. Здесь неплохие бывают вещи, иногда можно выбрать курточку, ветровку для, ну, мужскую, женскую, но не всегда. Они бывают какую-то модель, хорошая фирма, выбросят одну, да, это не на тренде она, не топовая, но хорошего качества. Так, ну, моя охота за сковородками продолжается. Две сковородки, 29 и 24 диаметром, светящиеся зеркала, очень удобно. Жалко, не могу дотронуться. Вы дотрагиваетесь, и оно включается. Новый год закончился, и все началось здесь снова, как обычно, для дома
для хозяйства. Так. Вот такие раздвигающиеся двери. Есть побольше, есть поменьше. Это когда мало пространства, очень удобно. Так, клубника. Максим давно просил клубнику. Но он просил замороженную на коктейли. Хотя я люблю очень с блинами и со сбитыми сливками. Ну вот возьмем блюбери. Блюбери всегда полезное, хорошее. Это из Перу блюбери. Но дыньки, арбузики вот из Гватемалы. Но я их выбирать не умею. Обычно это у меня муж выбирает. Яблоки. Бэби-картошечка такая. Она хорошенькая, 6,99. Это если вам нужно вот такую маленькую запечь, отварить, в общем, для какого-то определенного блюда. А ананасики из Коста-Рики. Вот на что меня радует, не меняется цена. Уже вот, ну, года 3 так точно. Это на вот такие бэбики-помидорчики. Из Мексики вот они всегда 6,99. Очень такие сладкие помидорчики и вкусные. Их салатики, это вообще бесподобно. Яблочки. Продукт Канады. Так, свинина. Это вот шолдер, это на шашлык хорошо. И $6 off, когда берешь упаковку. Вот такой мы кусочек взяли. $22 минус 6. Как раз, в принципе, хорошая цена. Да, говядина у нас, конечно, подороже. Обычно идет, ну, всегда дороже, чем свинина. Говядина, но она везде, в принципе, дороже. Ну вот, креветочки. Это не мороженые, это свежеохлажденные. Вот, пожалуйста, устрицы. Такая коробочка. $17. 18 устриц здесь. Мидии. Такая коробочка $14. Ну, выбором рыбы вас не удивить. Я думаю, что гораздо больше есть выбор, чем Коска и вообще у нас. Так, наша любимая колбаса по скидке. Кто любит такую итальянскую салями? Три упаковочки по 200 грамм. Вот 7,99. Она очень вкусная, хорошая. Вот такой небольшой диванчик. Видите, электрический. Поднимаются у него ножки, когда вы хотите, чтобы вытянуть, разложить. И у него они не на механике, а именно электроприводом приводятся в действие. Ополаскиватель. Сейчас тоже 4,50 скидка. Вот эти, они очень пахнут. И такое белье свежее. Вот еще порошок. $7 скидка. Честно, не знаю, что это за порошок. Такой Волан. 99 загрузок. $12. Вот, кстати, в посудомойку. Ополаскиватель. $4 скидка. Вообще много скидок сейчас. Так, Тайд. Скидка сейчас $5. Кому надо, рассчитано на 88 стирок. Ой, тут 88 капсулов. Тут тоже вот еще, пожалуйста. Тут 68 капсул. Мистер Клинер. В общем, это волшебные такие губки, которые вытирают все. Вообще они реально классные. Ими удаляется различная грязь. Вот вы видите, как фломастеры, карандашики откуда-то, грязь вот на умывальнике, ванна, печка. Это супер. И сейчас на них скидка в $3. Вот такие, как перекусики, тоже удобно. Сейчас, конечно, это все не актуально, эти все перекусы. Как всегда, наше молоко. 1%. Каланхоэ. Такое желтенькое, солнечное. $20 бонсай. Вот такой, кому, кто любитель. 12,99. Вот такой набор, 28 баночек овощного сока. Здесь морковка, томат. В общем, такой овощной коктейль. Набор мисочек с крышечками. Крышечки такие мягенькие. Мисочки стеклянные, не пластиковые. И сейчас он по скидке. $16. А также еще два листа для выпечки. $16 по скидке.
так как я много, конечно, пеку, упекаю, но я хочу с высокими бортиками. У меня есть такие с низкими, мне надо с высокими бортиками. И эти тонкие. Для путешественников вот такой набор. Две кружки, термокружки, которые сберегут ваше тепло. Чай, кофе, что вы хотите, любой вообще горячий такой напиток. И у него цена была 25,99, и сейчас минус 7 долларов скидка, итого 18,99. Так что обратите внимание. Так, вот на краны, тут кухонный краник, сейчас вот покажу. Второй, это хороший, у него вытаскивается часть, которую вы можете вот, наполнять, поливать, это очень удобно. И такой маленький краник, это для мыла, да, что заливаете мыло, моющую жидкость и пользуйтесь. И сейчас скидка, тоже хорошая, 50 долларов, Кухлер хорошая фирма. Также набор для ванны, вот тоже скидка в 6 долларов. Для полотенец, туалетной бумаги. Кто делает ремонты, имейте в виду. Появились новые светильники, новые люстры. Уже моей нет, которую я покупала в себе в кабинет. Тоже цена 99 долларов. Но вы можете регулировать длину подвесок на лампочке. Вот еще вот такая вообще дешевенькая, 49,99, 50 долларов. Ну, не знаю, она мне не очень нравится. Это интереснее, особенно когда над столовой зоной можно сделать красиво. И для любителей похрустеть. Сейчас скидка на чипсы. Вот такие картофельные чипсы. Ой, Кейп Код, боже, как я соскучилась за океаном. И вот тут корень петрушки, морковка, бурячок. Очень вкусная. Я, по-моему, рассказывала, когда-то в Нью-Йорке мы проголодались, ходили-ходили. Но, естественно, заходить куда-то некогда. И мы вот так на ходу это купили, попробовали. Очень вкусненько. И скидка по 2 доллара на каждое. Сальса. Ну, кто не любит сальсу? Добавлять везде. Либо в такосы, либо в пасту. И сейчас скидка 2 доллара, пожалуйста. Вот такие специи для гриля. Очень вкусные для стейка, но это вегетарианская, овощная. Есть вот для курицы, а той, которую я хотела вам показать, нет, но она у меня дома есть, я сфотографирую, ставлю фото, просто Монреаль стейк, по-моему, как-то так называется, очень вкусно. Есть ее аналог, вот это декет, тоже для стейка. Оно точно такое по содержанию, я сравнивала, только в той еще добавленные разбитые семечки подсолнуха. И оно как бы смазывает, добавляется еще такая естественная смазка, и они более такие румяные, прижаристые, что ли. Но не знаю, супер вкусно. Так, скидка на различные вот протеиновые шейки, коктейли. Есть вот уже готовые. Это у нас ваниль. Это шоколад и карамель. А вот еще есть банановый. И вот еще банановый. Максим у нас очень любит, но он просил меня купить ему вот такой, чтобы он сам колотил, потому что у нас делают безумно вкусные коктейли. Музи, он просто у нас в этом профессионал. Вот сейчас будем выбирать. Все органические, все недешевые. Сейчас посмотрю по содержанию, по весу, ну и по цене, и выберу, чем они отличаются, выберу Максику. Любители манго сока, 2 доллара скидка, 5,79, здесь 3,8 литра. Он очень вкусный, кто не пробовал, возьмите, кто любит сладкий, такой насыщенный вкус. Для любителей овощного сока вот 4 вот таких банки по 1,89 литра. 3 доллара скидка, получается 8,79. Так, это вот у нас органическая цветная капуста, уже такая как бы почищенная, скидка 6,99. Так, итак, у меня свекровь дала рецепт, мы уже делали, получается супер. Ну, кстати, видео я еще не успела записать, запишу обязательно для вас на моем новом уже канале. Смотрите, подписывайтесь обязательно. И самое главное, что вы можете регулировать свою остроту.
мы решили взять, сравнить с теми крылышками, которые делаю я. И обязательно следите за выпусками на моем канале, подписывайтесь на мой новый канал, где будет масса вот таких вкусных рецептов. Это, правда, без скидки, но Миша без этого прям жить не может. Вот такую темпуру и криспи шримпс. $20 упаковка, 40-50 штуки. Кому лень готовить, вот уже готовое, нарезанное. И вперед делайте салат, вообще, что вы хотите. Вот еще один перекус. У меня мальчики очень любят хлопья. Скидка $2. Так, еще скидки на хлопья, на различные вот добавки. Так что имейте в виду. Так, скидки еще на такие хлопья. Вот эти очень любят у меня детвора. Вот эти, кстати, мы не пробовали. Вроде бы пишут, что хорошие. Ну, не знаю, кто пробовал, напишите свой отзыв, пожалуйста. Буду рада, вкусно или нет. И цена. Скидка на $2 на каждый. Букетики цветов. В Косках хорошие цветы. Редко бывает, что они не свежие. Обычно всегда свежие и долго стоят. Так что дарите женщинам цветы. Нам всегда это приятно. Кто на диетах, пожалуйста, вот сахарозаменитель. Скидка $3. Вот такие пироженки, макаронс. Появились. Вот упаковочка к празднику. Как всегда, очередь в Коска. На кассу началась еще ой-ой-ой, откуда нам пришлось идти чуть ли не самое начало. И вот посмотрите, сколько людей. Вот наша кучка. Мы, как и все остальные, не отличаемся от других. Люди покупают столько, как будто готовятся к апокалипсису. Так, ну вот наша тележка. Сейчас будем разгружать, я покажу наши закупки. Мы стараемся ездить один раз в две недели в Коска. Да, так по мелочам где-то на фермах наших что-то, может, покупаем, но такие большие закупки делаем раз в две недели. К сожалению, я обещала вам показать, что ко Дню Святого Валентина, да, к 14 февраля, но еще абсолютно ничего нет. Ну что, поехали разгружать? Очередная серия Коска. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Буду очень рада вас видеть на своем канале. Я, как всегда, вам желаю всем счастья, радости и позитива. Пока! Итак, как всегда, наш хлеб. Миша. Как всегда, наш хлеб. Там лаваши, как я говорила, творожок. И сыр, упаковка нашей любимой моцареллы. Так, это были хорошие наборы. Вот 8 единиц это на Твин и 11 единиц на Queen. Это для Мишки.